Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, госпожа Очевидность. Всем прекрасного, хорошего дня. Так, давай я поближе поставлю, и ты еще раз скажешь. Всем прекрасного и хорошего дня. Вот. И капитан Очевидность. Тебе вот так вообще, сука. Здорово, боярин. Красава. Да, тебя, в принципе, и так всегда слышно. Так. На чем остановился? Это да. Это вот к вопросу, почему у Кэпа тоже есть свой микрофон с настройками, а да. У меня даже сраного без настроек до сих пор нету, и я пытаюсь докричаться в это. Ну у него петличка, она такая, знаешь, такая себе на самом деле. То есть даже у него есть петличка. В твоей жизни ты ему хотя бы петличку подарил. Ну ладно. Да, нагиб случается. Спонсор сегодняшнего видео закончился, это был чай молочный улун. Хороший нагибной, рекомендую. Итак, сегодня мы будем открывать апрельские кейсы. Кейсы... Тот редкий случай, когда я реально хочу открыть. Вы знаете, кейсов выходит много, но большинство из них я не открываю. Вот апрельский хочу, потому что там есть золотой килтек, деточка, да. А это само по себе уже успех. Слушай, если... Ракутагин, извиняюсь, у меня есть вопрос. Когда я купила робот-пылесос, ты мне сказал, что он тупой, да? Ну, он тупой. А ты понимаешь сейчас, что в принципе он умнее тебя? Хрена ли это вдруг? Ну вот, когда мы его запустили, он если один раз в стенку ударился, вот, ну, вот и чё, хлоп, и чё, ну. Он больше в нее не едет. Ну. А тебя сколько раз тут по губам поводили, но ты возвращаешься. Я все ради искусства. Я подписчикам отдаю эти пин-коды, мне они нафиг нужны, мне только нужен золотой килтек. Ребят, выпадает золотой килтек сразу, это мое по-любому. Все остальное вам, легко. Даже золотой АМ-17 я вам отдам. Без шуток, да. Итак, поехали. Вначале кручу я как человек самый успешный, в смысле, ну, счастливый, ну, удачливый. Ну, килтек забирай, один день но, поиграешь, не хватит. А что, между прочим, моим подписчикам, многим, извините, многие не донатят им на один день, это очень хорошо. Ребят, вам крутим. Снова килтек на один день. Извините, кто-то будет 24 часа гнуть с этой нагиб-машиной, с этим абсолютным ну, оружием. 48. Подожди. Это печенек пошел. Ну ладно, печенек будем считать, что как бы это тоже нагибное оружие. Да, ремингтон для ПВЕ ничего, нормально, очень даже можно ботов пострелять. А есть такие задроты, что может они даже за сутки успеют и нафармить его. Опять печенек, ну опять такое себе, да, к сожалению именно так. Еще. Ну пожалуйста, ну золотые вот эти, сука, два, я только два вот этих золотых хочу. Мне больше ничего не надо, разработчики, имейте совесть, блин. Я от килтек, блин, дважды крутил, на Чарли, на Альфа, бля, и ни одного золотого, сука. Денег скрутил до хрена. АМ-17 скрутил тоже не... Ну, уже, знаете, вот к М-ке я уже как бы остыл, когда килтек ввели. Так что в жопу, а М-ку как бы не надо. Вот золотой килтек надо, по-любому. Нелюбимая, да, иди в задницу, блин. Вот это, сука, это вот реально, это ваша философия. Один день АМ-17, кто-то из подписчиков будет с ним гнуть. Вот. На этот раз, кстати, я все пин-коды не буду за один день выкидывать, потому что ну его нахер. Забирает там 1-2 типа. Это будет порционно, это будет грамотно. Тогда разные люди заберут. Правда, наверное, одни и те же все равно, но как бы так шанс выше. Так, ну, ремингтон. Одни и те же, но разные. А, я в видео вставлю, вот. Вот это будет грамотно. И причем в разные моменты видео. Мау, сколько появился, там сюрприз, все дела. Печенек. Ну, как бы так. Так, еще. Блин, что-то пока не идет. Сейчас, подожди, дорогая, я сейчас скручу до 80, и потом ты будешь крутить, потом... Потом я, да? Да, потом ты, Кэп. И Кэпу положу. Я кому ты положишь? Повожу. Поводишь, да, нам поводят, ты-то ничего не поводишь. Ну тебе-то что вообще, собственно говоря, сейчас бухтеть-то, по большому счету? Колечко заказали тебе? А заказали? Какие вопросы? Я и колечко заказал, с бриллиантом. Не, ну тем не менее, подожди, искусством. У меня не парит. Да. Так, стеклом. А вот. Чего стеклом-то? Ты сказала, подожди, как он там называется? Вот этот членофит, как он там этот? Да ну блин. Да. Забыла. Да, я хотела сказать, сколько кейсов ты мне должен дать покрутить. Сколько? Ну 20-30, ну не больше же. Нет, больше. Я 20 крутил. Ты хочешь по 27 дать? Нет, тебе больше оставить. Ха-ха-ха, да. Ладно, на, крути. Жена крутит, ребята, жена крутит вам все, кроме золотого килтека, его я себе заберу. Да не будет золотого килтека. Ну блин, ну подожди, что ты начинаешь, кисуля? Не надо, будет золотой килтек. Да надо верить, тогда все исполнится. А М17 кто-то получил, хоть какая-то польза, давай. Я хочу золотой килтек. А я хочу на улице погулять и погоду хорошую хочу. Я очень рад за тебя, я хочу золотой килтек, мне больше ничего не надо.
Блин, а нельзя его просто было покрутить в коробках? Ты знаешь, у кого можно крутить? Вот, блин, за 10-20 тысяч рублей можно не скрутить этот золотой килтек. Ты что думаешь, это так просто? Это ж не обычный килтек. Это там 0,001% какой-то. Повезет, не повезет. Такое, блин, редко бывает. Это пипец как повезти должно. В принципе, здесь еще, тут еще хуже, по-моему, шансы. Давай, крути. А чем он отличается от обычного? От обычного он, вот как раз килтек сильно отличается, у него дальность больше. Он, сука, херачит просто, как, я не знаю, артиллерия, блин, через всю карту убивать может. Он реально лучше, чем обычный. Я никогда этого не попробую. Не, я пробовал на ПТС, вот в том-то и дело, что если бы я не пробовал, мне не, было, не хотелось бы такого. А я пробовал, я с ним нагибал. Это вообще просто, это машина. А? Его пофиксят только, когда достаточно продадут. Это не так быстро, подожди, он сейчас тоже тут, как беретка, пару лет, там, годик полежит, все скупят. Ты должен успеть, чтобы тебя возненавидели немножко, да? Да, да, ха-ха, да, чтоб немножко у людей горел. Я люблю, когда у противника горит, когда ты, сука, выходит, а бум-бум, имбой какой-нибудь, а-а-а, пердачело загорается. Вообще качественно, давай. Вот. Ну, мне везет так же, как тебе, может, Кэпу повезет. Ну, Кэпу может повезет, погромче говори, а тут нифига не слышно. Кэпу, говорю, повезет, может. Да я слышал уже, потому что я-то слышал, да, Кэпу... Хрен его знает, Кэп он вроде такой, как бы Кэп. В смысле? Не, ну в смысле, ты же Кэп? Ну да. Ну вот. Но ему действительно почему-то на золотое оружие везет. Он тогда этот микророни выбил нам, да? Я вообще охренел просто, взял, выбил. Я, правда, поиграл с микророни час, а потом что-то как-то сразу эта вот радость прошла, потому что, ну как-то, не знаю, хорошая пушка, ну и как бы... Это не прямо то, что, о чем я так мечтал на самом деле. Вот о килтеке я пипец как мечтаю, потому что медик мой любимый класс, я вообще-то не буду. Не буду ни тем играть, ни кроме медика. Тогда надо было больше кейсов покупать. В смысле больше, блин? Ну это так больше 2000 рублей улетело. Я, извините, мне тоже не олигарх. Я эти деньги что, печатаю, что ли? Давай. Времени много, можно рисовать начать. Рисовать начать, да. Свободно. Ну, понимаешь, если ты будешь рисовать деньги, потом у тебя очень много свободного времени будет. Может, целыми годами будешь практиковаться. Кормят, правда, там не очень. А так ничего можно, да. Ты будешь мне сухарики носить? Какие сухарики? С маком. Если я с маком буду носить, я тоже отправлюсь рисовать. Не надо. Так что ну его в жопу. Да ну блин, вот это сука просто, вот я не знаю, несправедливая херня. Блин, причем смотрю, у меня люди выбивают постоянно. Я смотрю на это, блин, донейшн алерт мне приходит. Аркутагин, я купил кейс, Аркутагин, я выбил, смотрю, реально сообщение, выбил, блин. У меня один подписчик по миллиону кредитов или миллион тогда выбил. Может, он тебя троллил? Как он троллил? Это система, системное сообщение мне приходит. А я вам кручу, мне килтеки на один день выпадают. Не, как бы это тоже приятно, но хотелось бы как-то что-то посущественнее. Я всегда эти кейсы покупаю. По 50, по сотке, иногда больше, блин. А вижу только висячку, она такая... Дин-дон, дин-дон перед носом. Это некачественно вообще. Не знаю, хоть бы обычные версии дали, я тебе навсегда вот этот там... Килтек какой-нибудь, я подписчикам отдал там. Не знаю, да хоть ремингтон этот, пофигу, что-нибудь. Все это вот... Расходники на один день валятся и все. Вообще как-то несправедливо. Что за хрень? Знаешь, что фишка? Я оружие вижу, а сколько кейсов я скрутила, не вижу. У меня зрение упало. Ты говори, когда Кэпу это передать надо. Зрение упало? Да. 50. Может, ты линзы не одела? Одела. Одела? 50, вижу. 50, да крути, крути еще, давай, до 30. До 40, до 40. Потом Кэп 20-ник, потом я 20-ник. И так будет справедливо. Ну, хотя справедливо, сука, тут не бывает, это я уже нет, понял. Нет, дайте мне в конце еще 10 кейсов. Ну почему он не левее, не правее, блядь, посередине, блядь, на этот один день? Вот нахер оно мне надо? Чтобы вот это было. Вот, вот то, чтобы это и было, в том-то и дело. Блядь. Зато потом они, знаешь, они будут вот эти вот, эти килтеки будут продаваться, как сейчас у нас это, Томпсон. Задонать 5000 кредитов, то есть 2500 рубасов, и получи золотой Томпсон нафига, навсегда. Нафига, да? Ну да, нафига, навсегда. Ничего себе, нормальная такая акция. А почему вы килтек не засунули? Я бы сейчас прям задонатил 2500 рубас, мне не жалко. На килтек вот не жалко. Томпсон, я все равно не так много за инженера играю. И больше всего мне АМ-ка нравится. Мне нравится такой четкий звук. Сука, опять вот это вот посередине. Все в междужопе, сука, попадает эта рамочка. Почему не левее, не правее, в левую и правую булку, блядь? Вот правее надо было сейчас брать. Правее, сука, понимаешь, вот такой хуяк, нахуй, вот так руками сдвинуть. Хочу прямо, блядь, на золотой килтек. Да, да, ты, сука, блядь! Я извиняюсь, эмоции пошли. Ну хотя бы что-то фиолетовенькое, это должно выпасть с кейсом, ребята, ну как-то несерьезно. Да вообще тут все, сука, не серьезно. Что тут может серьезного быть? Тут все, сука, голубое. Ой, падает. Я уже... Одна голубизна пошла. Кэпчик, родник, я тебя очень прошу, блядь. Мозгов нет, зато ты везучий. Ну, пожалуйста. Я тебя сейчас всеку. Спокойно, братан, тихо все. Да я пошутил, ну. Давай, 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 давай. Тихо. Вот сюда. Давай. Давай, давай, пошел. Ваш заказ будет выполнен. Бля, вот дай бог, чтобы так оно и было. Давай. Рокутаген, мне 5 кейсов в конце еще оставь. Чего? 5 кейсов в конце хочу. 5 кейсов? Уже не 10. Да тебе вообще все на один день упадает, дорогая. При всем моем уважении. Тебе так же, что ты переживаешь? Кэпу сейчас посмотрим. Но мне кажется, тут как бы у всех. Ну вообще как-то я не знаю, блин. Эта система так настроена несправедливо. Я за эти деньги какой-нибудь донат могу выбить в игре. Нормально выбить.
Почему здесь не падает? Почему мне не падает? Почему другим кому-то падает? Мне не падает. Я не могу понять, сука. У меня что, специально что ли? У меня этих бонусных баллов, блин, у меня бриллиант уровень. Я сколько в эту игру задонатил? Мне вообще, сука, все должно валиться. Я просто, знаете, как должно быть? Кейс открыл, сука, оттуда бум, главная награда, блядь, еще и кредиты сверху падать должны. Вы мне должны, мейл, как земля колхозу. Если не больше даже. Вот будет в итоге с вами, как в анекдоте с Лениным. Ленин обещал крестьянам землю. Крестьяне земли так и не увидели. Ленин, правда, тоже ее не увидел. Вот, примерно так и будет с вами. Вы поплатите за все, отвечаю. Сука. Выйдет какая-нибудь игра, Warface на дно уйдет. Это будет справедливо. Не, я не против, я люблю Warface, но это будет справедливо, потому что, сука, я свои деньги задонатил, как бы, а не вижу вот это обратки. Вот где обраточка, где? Вот это на один день-то, ну за что? Ну, пожалуйста, блин, ну... Да, детка! Ёбаный насос! Как же ты, блядь, ты мою жизнь сделаешь? Ха-ха-ха, брат! Брат, я люблю тебя! Фу, пшёл нахуй! Ладно, я подушку обниму, блядь! Можно я представлю, что это ты? Ну, блядь, ты лучший, сука! Ну, блядь, поставь на место! Да ладно, я шучу, ну, блядь! Ебать, я золотой килтек получил! Золотой, сука! Килтек, нахер, да! Видео, не пиши, пожалуйста, я выбил золотой килтек. Вот эти кликбейты, точнее, нет, это не кликбейт. Это вот прям спойлер вот этот, он бесит. Ебать. Все, кончил, продолжаем. Вот сейчас он настекет. Блядь, Кэп. Ты не зря на свет родился, сука, я люблю тебя. Блин, он реально выбил, Кэп выбил золотой килтек. Блядь, в моей жизни будет прежде. Кэп, у тебя еще 8 кейсов, крути золотой АМ моим подписчикам. Крути давай. Давай, крути. Ну попробуем. Нет, вообще не вопрос, братан, как бы мы с тобой вообще теперь не разлей вода. Хотя, в принципе, так всегда и было. Давай. Я хотела сказать, да, ничего не поменяется. Нет, поменяется. Я буду мягче. Я вот, бля, я тапки куплю. Мягкие такие, знаешь, типа зайчиков. Я чувствую, ты сейчас зайчиков. Давай, давай, брат, ты можешь, я тебе верю. Блин, мне впервые такой порадовал. Прям вот, блин, души душевно в хэт, сука. Молодец, блядь. Молодец, парняга. Все, что я хотел от этого кейса, впервые сбылось. Впервые, блядь, кейсы меня порадовали. Меня уже не радует, что вот, реально ни одно событие, связанное со мной, не вызывало у тебя столько положительных эмоций. Ты зараза. Ты что-то тоже когда-то один раз выбил, я помню, я радовался. Но это, по-моему, коробки были удачи. Ну, это тоже да как я бы... не про это, я вообще про жизнь. Не, ну почему? Когда этот... Я такой счастливый. Нет, подожди, дай-ка. Ну, блин, ну, дорогая, что ты крутишь? Подожди, сейчас. Я тебе оставлю не 5, как ты просил, а 10. Давай, бля. Я все равно уже выбил. Сейчас смотри, второй золотой выпадает, сука, навсегда. Конечно. Я и капитану деньги отдам. Нет, шучу. Я подписчикам отдам, если выпадет золотой навсегда. Да ну, блин, ну чё вы ещё серьёзно, мужики, ну. Давай второй золотой. Да ладно, тебе Кэп выбил, бля, и он ещё недоволен опять. Вы же недоволен, я там на 2 золотых рассчитывал. Золотой М17, золотой килтек. Килтек себе оставляю, золотой подписчикам отдаю, всё по чесноку. Не, ну так неинтересно, мне уже неинтересно крутить, я-то получил, что хотел. На, дорогая, крути, у тебя больше десятка кейсов. Да, блин, ну чё как выбивается, блин, ты даже выбиваешь, а я не забиваю ничего. Мне обидно, между прочим. Нет, я понимаю, что я, с одной стороны, не играю в Warface, как бы, и он мне, видимо, мстит. Но это как-то несправедливо. Да ты выбивала что-то, помнишь, из этого? Да, один раз, и то такое что-то совсем. Нормально. Ну, Кэп вот уже 2 золотых выбил. Сейчас, подожди, у тебя еще 10 коробок. Ты один золотой какой-то выбивал. Какой? Я не помню, ты выбивал что-то золотое. Да я из коробок выбивал, а из кейса вообще никогда, помню, золото не выбивали. А, ну нет, я вообще беру, я из это коробок событие. Не выбивала. Давай моим подписчикам, дорогая, ты можешь. Я с удовольствием бы, ребята, вот вам честно от души, вот Ракутаги, ну я бы еще, может, зажопила как-то так вот. Да не надо, все нормально. Мне это не надо. Я уже мой жопить, блядь, я уже свое получил. Это ближайшие, наверное, не знаю, полгода, год, пока не поняв это или новое не ведут. Это мое любимое оружие. 90% времени с ним буду играть в эту игру. Ну, может, не 90, конечно, вряд ли, но 50% точно. Обидно, короче, мне. Причем вот я же не для тебя стараюсь, для народа, а мне все равно вот этой вот по губам водят. Моя любимая ручка. Apples. Да. Мне Димка подарил. Так. Хотя бы просто вот уже сюда. Тут на один день, на один день. Жизнь удалась. Поиграться. Не, ну блин, честно, уже как-то реально за подписчиков обидно. Че это за фигня такая? Мне кажется, надо как-то купить 100 кейсов и дать тупо Кэпу крутить. Честно. Что-то мейл меня забанят нахер. С его везением, бля, они вообще, бля, миллиардов не досчитаются, я чувствую. Кэп, можешь тебя в казино какой-нибудь заслать? Спасибо.
Ну, в принципе, АМок и килтеков на один день мы реально много наубивали. И люди, которые не донатят, смогут неплохо себя порадовать. Вот. Сегодня я крутил больше для себя, ну вы поняли. И Кэпчик, сука, ты, блин, ты золото, как. Спасибо, бро. Да, заслуженно, брат. Вот. Я вам не мешаю, мальчики. Не, нормально. Ты тоже у меня золото. Стой. Уходит, блин. Руки. Ладно, ладно, что ты. Рокотагин, видео заканчивает. Руки видео сидят. Заканчивает, да. Как-то, ну, у него красивые ноги, поэтому. Что я хочу вам сказать. Впервые мне понравилось, реально мне понравилось, как а бы. А мне нет. Кейсер. Ей не понравилось, да. А вот, мне понравилось, было хорошо. Если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, посмотрите, сколько дизлайков будет сейчас. А, сука, я что не вывел, ну так оно и бывает, что теперь делать. То. Я первая поставлю. Да, мне, ладно. В общем, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, я свои причины конкретно знаю, да. То, ребятки, любименькие родненькие, ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите. Обязательно, бля, это просто необходимо, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока.